Саша, добрый день. Добрый день. Несколько вопросов от представителей СМИ. Первый, во-первых, поздравление с вызовом. Достаточно давно не вызывался в сборную. Как узнал о вызове? Да, спасибо, в первую очередь. Ну, узнал, наверное, как большинство из опубликованного списка. В принципе, конечно, был очень рад, потому что действительно давно не был в сборной, соскучился по атмосфере, поэтому с хорошим настроением приехал сюда. Вообще что-то здесь изменилось в Новогорске, в команде, вот как первое впечатление? Да, ну нет, атмосфера всегда здесь хорошая, Новогорск уже возвращаюсь как домой после чемпионата мира, поэтому все здесь знакомо и все понятно. С каким настроем приехал? Забивать, как в «Зените», там, приносить пользу в середине вообще, что какие сейчас мысли? Ну я думаю, тренеры подскажут, где им нужно будет меня использовать, поэтому готов помочь. Главное – помогать команде, а там в каком качестве – уже второстепенно. Вчерашний матч ты пропустил с Краснодаром. В связи с этим вопрос по состоянию здоровья, как себя чувствуешь? Да, был еще вчера на предыгровой попробовал. Был дискомфорт, который не позволил участвовать в матче, но с каждым днем постепенно становится лучше. Буду здесь под наблюдением врачей готовиться. Каково это играть на несколько фронтов, Еврокубки, матчи внутреннего чемпионата, сейчас это сборная, вот в связи с этим как твои ощущения, может быть, физические? Ну, лично для меня, чем больше матчей, тем лучше, потому что футбол – это игра, чем больше игр для футболиста, я думаю, тем интереснее и игровой тонус поддерживается, в принципе, хорошо. У тебя сейчас очень хороший отрезок в выступлениях за «Зенит». Как сам считаешь, с чем это связано, вот за счет чего удалось прибавить? Ну, сложно сказать. Я думаю, за счет того, что работал на тренировках, на играх выкладывался на 100% везде. То есть, и я думаю, это дает свои плоды. А как вообще тебе уровень Лиги Наций, уровень соперников, с которыми вот, играл уже сборная, наверняка смотрел по телевидению и будем играть? Ну, хорошие, качественные сборные, с которыми не было просто ни в предыдущих матчах, ни в последующих. Поэтому будем серьезно готовиться к этим играм. Уровень футболиста часто растет в зависимости от уровня конкурентной среды. В принципе, «Зенит» играет в Еврокубках, здесь международный уровень, то есть очень высокий. Что думаешь по этому поводу? Ну, естественно, конкуренция, здоровая конкуренция, она всегда только на пользу футболистам идет. В такой конкуренции прибавляют и становится лучше только. И заключительный вопрос, он немного неожиданный. Вот издание «Спорт день за днем». Знает ли Александр, это, кстати, питерское издание, что такое или кто такой Раумдойтер в футболе? И следишь ли ты за игрой Томаса Мюллера? Ну, честно говоря, термин такой не слышал. Я так понимаю, если это относится к Мюллеру, это такой атакующий игрок на пространстве играющий. Вот поэтому... Но именно за Томасом Мюллером, естественно, он один из лучших игроков и... Поэтому, конечно, слежу, интересно, ну, то есть какие-то моменты в его игре всегда для себя забираю.